В Каспийске прошел концерт для детей, военнослужащих и членов их семей. Начался праздник с торжественного приветствия заместителя командующего Каспийской флотилией капитана первого ранга Сергея Ракаускаса, который, в свою очередь, рассказал об открытии новой школы для детей в данном районе. Ходит много слухов различных. Друг друга пугаете по поводу открытия этой школы. Значит, я со всей ответственности вас заверяю, что 1 сентября эта школа откроется. Значит, открытие этой школы находится на контроле президента Российской Федерации. Артисты творческого объединения Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации продемонстрировали для детей и их родителей интересные номера. Они исполнили военные и патриотические хиты. Ты имена героев сохранила, и память снова ожила. Отметим, что подобные мероприятия проводятся с целью поднятия патриотического духа и любви к своей отчизне. Завершился концерт благодарственной речью командующего краснознаменной Каспийской флотилии контр-адмирала Александра Пешкова. Ян Михайлович, вы подарили нам большой праздник. Не часто нам удается общаться с такими яркими, красивыми, мастеровитыми, талантливыми. Я просто был восхищен вашим выступлением. Я искренне благодарен вам. Желаю вам здоровья, творческих успехов, яркой, красивой жизни и берегите себя. Три, пойдем. Спасибо.